канун Нового года в городе Тирасполе Союз ГГУЗов Приднестровья «Берлик» выпустил свой первый новогодний выпуск газеты. Наш Союз ГГУЗов Приднестровья организован, открылся 7 апреля 2010 года. С момента открытия мы создали сайт Союз ГГУЗов Приднестровья. А на сегодняшний день мы созрели, можно сказать, и выпустили первую газету, которая называется «Берлик», переводится «Единство». Это информационный вестник, будет выпускаться раз в 3 месяца в Приднестровье. Газета была выпущена на русском языке тиражом 999 экземпляров. Мы поинтересовались, планируется ли выпускать газету на гагаузском языке. Да, мы планируем нашу газету выпускать на 2 языках, на русском и на гагаузском. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет переводчика, но мы думаем заключить договор с каким-то изданием из Гагаузии, и они нам будут помогать верстать на гагаузском языке. Приднестровье проживает 16 тысяч гагаузов, поэтому мы будем помогать и поддерживать наших соотечественников, чтобы не забывали нашу культуру, быт и, естественно, наш язык. Приучались читать на гагаузском языке. В преддверии рождественских праздников Сергей Колонеделя поздравил всех телезрителей Гагаузии и Приднестровья. С удовольствием хочу поздравить приднестровцев и своих соотечественников гагаузов с наступающим Рождеством Христовым, пожелать им счастья, верного неба над головой и всего самого наилучшего. Республиканская общественная организация Союза ГГУЗов Приднестровья «Берлик» была создана 7 апреля 2010 года для обеспечения сохранения и развития ГГУской нации, ГГУского языка и его исторических ценностей.